Всем привет! Вы на канале Game Julia, и сегодня я продолжаю серию «Мои блокнотики». В прошлом видео мы с вами вместе сделали блокнотик сновидений и ночных кошмаров. А в этот раз я вам покажу новый блокнот. Это второй блокнот из коллекции, он называется «Блокнот желаний». Посмотрите, какой он яркий, какой на нем милый котенок. А оригинальная конструкция этого блокнотика выделяет его среди других. Взгляните, как много в нем страничек для ваших желаний. А теперь итоги прошлого конкурса. Смотрите, что я записала в свой блокнотик. Мне очень понравились ваши ответы, и я весь день смотрела мультики про привидений. А победителями конкурса стали Даша Лол, Аришка Милашка и Диана Аркенова. Молодцы, девчонки! Вам большой привет от Game Julia! У каждого есть заветные желания, и чтобы они исполнились, записывайте их в этот блокнотик, ведь записанное желание – первый шаг к его исполнению. Давайте начнем собирать наш блокнотик, и сначала мы с вами сделаем странички. У нас будет 16 страничек в блокнотике, и нам понадобится 2 листа бумаги. Я взяла розовую бумагу, складываю первый листочек пополам. Разворачиваем и еще раз пополам. А по складочкам просто разрежьте. И второй листочек сделайте точно так же. Из двух листов бумаги у меня получилось 8 вот таких прямоугольников. И теперь каждый из них нужно сложить пополам. Это будут наши странички. Я все листочки сложила и теперь просто их собираю. Выравниваем странички нашего будущего блокнотика. Возьмите линейку и отмерьте от края 3 сантиметра. Из другого края отмерьте 3 сантиметра и поставьте точечку. И одну точку поставьте посередине. Сделайте иголкой дырочки в этих местах. Заправьте в иголку нитку и сначала проденем иголку в среднее отверстие. Небольшой хвостик ниточки оставляем. Теперь продеваем иголку в правое отверстие. И прокалываем иголкой левое отверстие. Получается длинный стежок, а теперь прокалываем посерединке. Смотрите, у нас одна ниточка должна остаться с одной стороны длинного стежка, а другая с другой. Завязываем из ниточек двойной узелок и края обрезаем. Вот так у меня получилось. Посмотрите, края страничек у меня получились неровные, потому что странички вложены одна в другую. Чтобы это исправить, возьмите канцелярский нож или ножницы и срежьте странички по линеечке. Теперь сделаем обложку для нашего блокнотика. Вам потребуется белый картон размером 11 на 23 сантиметра. Прикладываем к картону странички, мы должны сделать разметку. Обложка будет закрываться с этой стороны и с этой стороны. Ставим первую меточку и вторая меточка. Делаем беговку на картоне ручкой и собираем по линеечке складочки. Переворачиваем картон и теперь на этих двух прямоугольничках нарисуем картинку. Я буду рисовать радугу котейку. Я обвела контур фломастером, а теперь начну раскрашивать. А цвета радуги каждый из вас знает. Вот такой классный радужный котик у меня получился. А теперь складываем картон вот так, а вот эти белые части нам нужно аккуратно вырезать. Итак, я вырезала, а теперь переворачиваем, и вот в эту часть нам нужно вклеить странички. Намазываем на корешок и на эту страничку клей и приклеиваем странички, их нужно хорошо прижать. Теперь закрываем блокнот и поворачиваем радугу. А теперь сделаем застежку, чтобы радуга держала блокнотик, возьмите кусочек липучки, вырежите из липучки кружочек,
Рассоединяем липучку, и одну часть с бородками нужно приклеить вот сюда. Чтобы приклеить липучку, нужен хороший клей. Можно пользоваться клеем Моментум или клеевым пистолетом. Намазываем клеем кружочек и приклеиваем его вот сюда, в серединочку. Немножко подержим, чтобы приклеилось. Соединяем вторую часть липучки. Снова намазываем клеем и закрываем радугу, и липучка приклеится в нужное место. Чтобы украсить блокнотик, на белой стороне нарисуйте звездочки или облачка. Смотрите, как крепко застежка держит странички. Вот такой блокнотик у меня получился, и теперь в нем можно писать свои заветные желания. Если вам понравился мой блокнотик желаний, ставьте под видео класс, подписывайтесь, и до новых встреч на канале GameJulia!